Здесь я работаю только 10 дней, и максимум, что я могу, как есть две вещи, о которых я мечтаю, да, 48 часов в сутках и телепорт, потому что с 10 этажа на 1, 2, 18, 22 летать довольно сложно. Здесь очень много работы, и это здорово. Здесь очень интересная, амбициозная задача, потому что, не знаю, понимают ли это люди, которые помогали, да, с законом и радовались принятию закона об общественном телевидении. Общественное телевидение – это телевидение, у которого нет ниши. Все каналы коммерческие работают в какой-то определенной нише. У них есть там возраст, да, и понимание о том, до каких людей они работают. У общественного телевидения, у национального канала ниша – это вся страна, и поэтому эту задачу не решал еще никто, по-моему. Как сделать так, чтобы телевизор был интересный, и при этом это был телевизор, правда, для всех? Подозреваю, что решать эту задачу будет довольно сложно, но, в общем, любопытно, страшно. Вот. Страшно, интересно и любопытно. Можно ли сделать что-то из этого? Можно. Здесь очень много живых людей, правда, это очень радует. Есть неживые люди, но очень много людей увольняется сейчас. Это проблема, с одной стороны, потому что нужно с кем-то работать, а Кабмин запретил нам брать новых людей. С другой стороны, это процесс естественный, я всегда за естественные процессы, да, не нужно, в общем, не так много, со столь многими людьми придется расставаться таким способом, да, в общем, довольно, ну, насильным, условно, скажем так. Сейчас все наше внимание сосредоточено, безусловно, на дебатах, потому что это важный проект, его довольно сложно сделать за такой короткий срок, но без всякого там комиссарства мы просто пытаемся его сделать, потому что сейчас очень важно, чтобы все эти люди поговорили с аудиторией, поговорили со студентами, там, с профессурой, с журналистами, которые будут на дебатах. И нам это кажется гораздо важнее, чем надувать щеки и делать большой какой-то там проект и говорить, что у вас там мало времени, немало. Надо, сделаем. Кроме того, что я узнаю здесь, как здесь все устроено, уже мы думаем о том, что будет, как будет выглядеть наш переходный период, да, и как будет выглядеть телевидение с 2015 года. Куча работы. Опять же, никто никогда не знал, как перевести это государственное телевидение в общественное, но нам помогает очень много людей. Удивительно большое количество людей помогает абсолютно бесплатно. Там, Европейский мовный союз и масса-масса других людей. Тут перебывали все, и Deutsche Welle, и куча-куча иностранных компаний. То есть всем страшно интересно, и нам тоже интересно, поэтому вот, собственно говоря, этим мы сейчас и занимаемся. Люди, которые здесь работают, они пережили такое количество команд с такими разными задачами. Здесь были люди, которые выполняли там четко задачи, которые им ставили, да, я имею в виду руководство. Здесь были люди, которые хотели сделать этот канал рейтинговым, и они его сделали рейтинговым. Здесь были люди, которые хотели сделать эти новости, например, самыми честными, и они их делали на какой-то период. То есть воодушевить чем-то здесь людей или сказать, что вот пришла новая команда, мы сейчас все будет по-новому. То есть они слышали это миллион тысяч раз. Вот, поэтому мы, ну, никого ни к чему не воодушевляем, мы просто работаем. Я могу воодушевить человека только своим примером. Мне ужасно интересно делать общественное телевидение, мне просто интересно участвовать в этом процессе, потому что, мне кажется, это очень важный процесс, как бы громко это там ни звучало для страны, да, это войдет в определенном степени в историю, мне хотелось бы чем-то поделиться тем, что я умею сама. Вот, я могу себе это позволить в данный момент, я сюда пришла вот на то, что есть. То же самое я говорю людям. Понятно, что многие люди как бы имели дополнительные источники дохода здесь, и как бы не имея этих источников дохода, они уходят. Но я ничего не могу им предложить взамен здесь. Сейчас, конкретно в данный момент. Но, однако, мне кажется, что общественное телевидение само по себе будет иметь совершенно другой бюджет, да, другие задачи и другие интересы. Поэтому с теми людьми, которые остаются, мы работаем в таком ключе, если все равно здесь нет возможности заработать большое количество денег, да, или получить какую-то там славу, да, потому что там суперрейтинговый канал на данный момент, то просто давайте делать то, что нам нравится, давайте делать то телевидение, которое мы хотим. И сейчас, например, наши творческие объединения защищают свои лучшие проекты, которые останутся в линейке после того, как закончится вся эта история там с выборами, да, когда с эфиром вот
очень много эфира занято, там и обязательной агитацией, еще чем-то. Вот. Наша новая линейка будет состоять из тех проектов, которые люди правда хотят защитить, которые им правда нравится делать. Вот если есть какие-то люди, которые хотят это делать, эти люди остаются и продолжают работать. Они и так здесь работают много лет. Единственный повод, который я этому вижу, то, что им нравится, то, что они делают, вот и все. Вот. Если кто-то из людей не хочет работать, не может работать, не будет работать, видимо, он идет либо по собственному желанию, либо каким-то другим способом. Просто будет задача, которую он не сможет выполнить. Я не знаю, я не знаток этих тонкостей. Я просто знаю, что когда есть определенные задачи, да, люди со временем, любые люди понимают, что эти задачи выполнять не могут, им здесь скучно, от них много очень требуют, поэтому проще найти другое теплое место, если это для них было место теплым. Конечно, безусловно, мы будем пытаться разыскивать деньги, но белым путем искать их гораздо сложнее, вы понимаете, и этот процесс гораздо длиннее. Здесь, опять же, люди слышали массу обещаний, поэтому я не обещаю ничего того, что я не могу пощупать. Поэтому мне сложно сказать вам, что мы будем делать. Мне бы хотелось сказать вам, что мы уже сделали. Да? И первая наша проверка, действительно, это дебаты. Это будет сложно, но мы очень-очень-очень сильно хотим, чтобы все вышло. С информационной точки зрения. Может быть, это не будет такой красивый проект там, по картинке, да, но если это будет классный разговор и хорошая информация, здоровская, то, не знаю, я буду очень довольна.